карт объект под прекрасную музыку в союзе художку на Большой Морской. Мы созерцаем выставку живописи и графики коллективную, которая называется «Настроение». Судя по тому, что мы видим на картинах, эта выставка в основном связана с весной и летом. Это такая осенняя уже по цвету. И многие авторы, гости этой выставки, они тоже одеты в красивое платье. Они очень красивые женщины, и это очень красиво, проходит фотологию. Букет цветов от Беспоя – крутой выбор для выставки и для покупки. Это нравится всем. Поэтому, что это опять какая-то новизна, но это такая красота, которая как античность, она существует всегда. И любому человеку приятно посмотреть на сирень, на культурный цветок. Ну, здесь есть просто пейзажи, не обязательно цветы. Просто большой зал играет музыкантов, такой чуть-чуть вот такого. Этот зал, он более такой русский, более камерный, времена года. Очень много работ, некоторые работы. И очень известный человек Анатолий Анненков. Он же его уголочек. Он представил, наверное, больше всего работ. Это Петербург. Отличные виды на такие акварельники. Ну и красивые вещи здесь. Большие тарелки.